142 метра роскоши блестят в лучах приморского солнца. Зарубежный гость яхта «Норд», одна из крупнейших в мире, пришвартовалась у причалов морского вокзала. Ее владелец, попавший под санкции российский миллиардер Алексей Мордашов, генеральный директор «Северстали». Желаем всем прокатиться, посмотреть, жалко, экскурсий на них нету. Из Индийского океана судно вышло 12 марта. Путь до Владивостока занял почти 3 недели. Сегодня утром яхта прошла под Русским мостом и остановилась здесь, в бухте Золотой Рог. И теперь каждый приморец может сделать селфи на фоне белоснежного гиганта. Несмотря на разгар рабочего дня, желающих полюбоваться яхтой с каждой минутой все больше, а звуки фотокамер слышны со всех сторон. Отличная яхта, масса впечатлений положительных. Мы просто в восторге от такого масштаба, который прибыл в наш порт. Очень замечательная конструкция. Вот сейчас хотим в интернете набрать и почитать конкретно, когда было сделано, что, как и чего. Отлично. Да, ну... Давно у нас таких не было. В принципе, у нас никогда таких яхт не было. У нас же и лайнеры всегда заходили. Стальной корпус с 6 палубами и 20 каютами стоимостью больше 300 миллионов долларов. По нынешнему курсу это почти 25 миллиардов рублей. Под минималистичным дизайном скрыт целый город. С бассейном, пляжами, барбекю, террасами, джакузи, спа-салоном, дайвинг-центром, кинотеатром, гаражом и 2 вертолетными площадками. Неизвестно, сколько яхта пробудет во Владивостоке. Как и то, куда судно двинется дальше. Ясно одно. Скорее всего, это будет Россия. Татьяна Сухорукова, Евгений Лихачев. Панорама.